Вообще, в последние годы второе по значимости бишкекское дерби набирает обороты. Также из длинная передача Алирива. Ох, какой момент! И... счет открывает Алган столичная. Гол забивает Кадырбек Шарбеков. 55-й номер. Счет становится 1-0. Вот такая у нас атмосфера. Ох, какой удар! И какой сейф, можно сказать. Отлично наиграть. Тимирбот Топаев забивает второй гол своей команды в этом матче. Ну что могу сказать, чисто академично разыграли, и как бы, ну, ничего лишнего, все по делу. Пас-центр, Шашимбеков теряет мяч, есть возможность, удар! Топаев спасает, но здесь было положение офсайда. Да, конечно, было. Пас направо, Землянухин. Удар, ух, какой хороший, на технику закрутил прям, но недостаточно, нужно было в девятку закрутить. Итак, звучит свисток на штрафную, выбивают подальше алгинцы, но мяч также, ох, какой опасный удар. О, как красиво Арсен Шаршембеков двоих оставил неудел. Ну прям да, красиво, красиво. Шаршембеков, зачем удар? Ну хотя да, его товарищ был. Ох, как тонко сыграл здесь Лирива Лувасен. Нужен пас направо, Землянухин на правом фланге. Будет финтить, финтит, раскачивает. Отдает пас очень тонко, Лирива, и что же? Так, был пенальти? Был нарушение? Нет. Нет. Так, отличный пас на Шаршембекова. Арсен Шаршембеков. Есть прострел. Удар! Не самый сильный, не самый сильный. Низкая динамика, низкий ритм игры как-то вот не позволяет нам в полной мере насладиться игрой. Ох, какой проход и удар! Неожиданно, неожиданно. Только начал я критиковать игроков, как... Наверное, штрафную. Так, Токотаев. Все, уважаемые телезрители, завершается матч со счетом 2-0. Алга зарабатывает очередные 3 очка, но Эльбирс проигрывает.